Не парец? Ага, меня, по-моему, видно. Все, даю хук. Ебать, снайпера забыл добавить. Деда мы забираем. О, снайпер курьера отправил. Косарь заработал, смотрите, гиперстоун сейчас купит. Просто в куру гиперстоун залетает. Ну, она просто, ну, как бы, знаете, это как сына отправить, блядь. Пиздюк, сгоняй в магаз, узнай, пиво есть там. Кура прилетела, узнала там, чё почём, улетела. Блядь, это сильно. И, ну и сам, вот батя пришел за Певчанским тупо. Подожди, что это за хуйня, блядь? Почему я... Да похуй, поехали. Сейчас, поехали. Что там на беста берут? Щит. Новый герой, парни, это кто? Это бестмастер, да? Что там у него делают способности? Так, Wild Access. Герой швыряет два топора. Короче, понятно. Зашел такой Call of the Wild. Думаю, вызывает кабана. Inner Beast. Это аура, ульт это стан. Хорошо, разберемся по ходу игры. Шейкеров и кастает нормально. А шейси... Они стопудово не берут баунти руну. Я не верю, что тут кто-то... Так, подожди, братан. Да, я возьму баунти. И все. Спасибо, брат. Я знал, что ты добр. Извините, сэр, но здесь фармлю я. Так, а, подождите, к вам друг идет. Только ты же не с горелкой на первом уровне, скажи мне. Ты же не с горелкой, да? Да. А, с горелкой все-таки, да? Ну ладно, давай остановлюсь, что будешь делать? Так, если я еще пару шагов сделаю. Подожди, ты гаш мне хочешь дать, да? Ага. Больные ублюдки. Так, счет 4-0. В принципе, нормальный счет. О, ульта появилась. Только что я с ней буду делать? Надо проверить вообще. Как она? А, вот так вот она, я понял. Хорошая ульта. Мне нравится. Боковый приготов. Братан, Грейв! Мы вдвоем остались, хорошо. Пошли. Бегу, бегу, бегу от него! Да на, сука! В Солянова! Тара-тара там! ДДХа снизу! Хорош, пацаны! Хорош! А, это враг убивает, извините, извините. Успор из дыс. Бля, это ж надо было нарандомить именно вот эту хуйню. Поэтому я никогда рандом вообще не нажимаю. Это мне противопоказано, блядь. С кабаном моим знаком. Петушок. Все, ебать, вот так этот герой может, в принципе, сделать. Напасть и съебаться в ШБ. Это, в принципе, все, что нужно на нем знать. Нападаешь на нормального персонажа, нажимаешь Shadow Blade и уебаешь в страхе. И что? Вы знаете, что мой герой может стать неуязвимым? Короче, давайте бегать в инвизе, пока у него не закончатся иллюзии. О, теперь поговори со мной, дружок. Я понял все. Я все осознал, братан. Я понял, я больше никогда на тебя не нападу в игре. Ни разу. Извини, наебал. Хорош, хорош, пацаны. Го-го. Так, подожди, ну, блядь, тут дайте хоть одну руну забрать, ну, будьте вы людьми, блядь. Это называется качественный, братан. Чё, хуив? Чешо. К шрайну идешь? Давай, пизделка, под шрайном, без носков. Поехали. Да иди нахуй. Друзей позвал, понятно все. Сам ничего не может. Дай-ка сосну. Хорош! Перелью. Не бойся, не бойся, братан. Ты жив. Давай, давай. Аксу перелить скорее. Умирает пацан. Лянь, за мной бежит, дебил. Я переливаю, отъебись от меня. Так, а ну сосну у тебя теперь. Оп, давайте, давайте. Я перелью, братан, не бояться. Переливаю, все окей, забайтил. Я пугна переливатор. Хорош. Так, следующая каточка, я не знаю, тут вообще с пуджом сложно. Пуджа забирают сразу. Я не хочу на ФП его брать. Тут начнут ныть, типа, о, пудж мид, фанат Дэнди. Возьмите героев только, парни, чтобы бабки не снимали. Возьмите какого-нибудь персонажа на ФП. Я понял. Ладно, не хотят пикать. Тогда пуджмастер.
Так, короче, парни, план у нас какой? Мы стоим против снайпера. План вытягивать и бомбить его. Снайпер на миде, он, что-то я по глазам вижу, что он нас, по-моему, немножко боится. Он нас не харасит сразу, а чисто боится как-то подходить. Боится, это хорошо. Вот мне кажется, его сейчас под башню вытяну. Не эксперт я в этом плане, но мне кажется, что все-таки под башней лучше будет тебе, братан. Под моей, конечно же. Так, это кто? Это не враг. Вообще, обычно такие враги прибегают. Ай, ну, проверочный, скажем так, зашел. Ну все, сука. Ну все, сука, я злой, блядь. Блядь, ну это было слишком, как-то, знаете, примитивно. Я просто подбежал и хуком его угостил. Сейчас мы его вытянем, мне кажется. Знаете, у меня план появился. Никогда не повторяйте это. Я сейчас обхожу и беру его на перетяжке. Я, по-моему, в тайминг попадаю. Братан, стой. Я... Ах ты, как хитрый, увидел меня, блядь, еще. Все, братиш, я просто попробовал. Ну что ты сразу злишься? Он, знаете, как крип-мечник. Чисто по траектории бежит. Деда на оформление. Сразу хук даю, ждать не буду, иначе я, ну, обычно ждешь с хуком, вытягиваешь союзника. Сейчас мы его прочитаем, смотрите. Вот на этого крипа поймаем. Смотрите, оп. Нехрен было крипа добивать. Ну, типа, было очевидно, что он сейчас будет останавливаться и бить этого крипа. Братишка. Ой, преломление. Преломилось немножечко. Ну, такое бывает на пудже. Частенько преломления бывают. Ну, вы видели, да? Там немножечко давал точно в него. Преломился и с кем не бывает. Иди сюда, блядь. Что ты там стоишь, стесняешься? Подходи сюда, блядь, общаться будем. Заебал, вот это стоит, вот это, знаете, как девственник. Минжуется, боится. Когда у тебя нет маны, всегда появляется план. План очень простой. План называется перехват старика, который сейчас будет, собственно, вот здесь пробегать. Мы даем него, собственно, блядь, преломился опять, уходим на базу. Преломление ебучее, задолбало уже. Не парится? Ага, меня, по-моему, видно. Все, даю хук. Ебать, снайпера забыл добавить. Деда мы забираем. Пошла лютая заруба. Мы как бы убегаем, наверное, потому что тут бешеный гитарист какой-то бежит за нами. Иди нахуй от меня. Мы догоняем его, перерезаем и хук! Алло, жри, дебил. Вот так вот. Там, я не знаю, что-то снайпер перестал в мид ходить. Видимо, он разочаровался в этой линии. Слышь, блядь. Ты еще, наверное, руну хотел мою, да, урвать? Петушиное гнездо, блядь. Но если тут булочки нету, то следует ее подождать. Потому что булка всегда приходит на место, где она должна быть. Поэтому я предлагаю постоять здесь, никуда не торопиться. Знаете, я даже предполагаю, что сюда сейчас петух портанется после того, как крестница. Вот, да. Вот он, собственно, петушок. Здравствуйте, молодой человек. Не-не-не, второй скилл вы не кидайте во врагов, уважаемый сэр. Идите в таверну и посидите там. Это кто? Это Акс. Шона, ну ты не стесняйся. О, в тени кидал, естественно. Ну, чтобы понимали, в кого я кидаю скиллы. Подожди, дедуля, ладно, дедуля, живи пока. Я пока вот этого возьму. Ляп, хорошо. О, это петух, это друг мой. Давайте проверим его на сообразительность. Не, он не сообразительный, нихуя. Стоп, молодой человек. Извините, но тут как бы не нужно здесь ходить. Ладно, блядь, пока за тобой гоняться, ты заебал. Спортсмен, блядь. Спортсмен, сука, на Свене. Бежит куда-то, сломя голову. Вообще плевать. Неси бусе. Такое бывает, когда ты фокусишь пуджа всеми силами. Ну, как бы, пудж не дурак, немножечко жирный. Ох, я уплотнился. Хорош. Все, иди нахуй! Постоянно кто-то под ногами, сука, путается. То крип, то тип на фантомке. Вон, снайпер курьера отправил. Косарь заработал, смотрите, гиперстоун сейчас купит. Просто в куру гиперстоун залетает. Ну, она просто, ну, как бы, знаете, это как сына отправить, блядь, пиздюк, сгоняй в магаз, узнай, пиво есть там. Кура прилетела, узнала там, чё почём, улетела.
Блять, это сильно. И, ну и сам, вот батя пришел за Певчанским тупо. Блять, идите сюда. Брейд-босс пришел, блять. Ебать, пацаны, душа. Ебать, сейчас будет жестко. Откладываешь ли бабло под матрас или акции покупаешь? Интересные твои мысли на этот счет. Блин, душа, душа. Блин, пацаны, вы долго будете еще этим заниматься? Все. Убежал. Блять, да сколько можно? Я не знаю, они меня минуту били или сколько, пока моя команда подошла. Говорю, рядом, не стойте. Бля, опять я кого-то крипа вытянул, или кого я вытянул? Гем у Тини был. Бля, у этого героя бесконечное сало, короче. Извините, сэр. Блять, надо было сожрать его попробовать. Раз. Два, три. Тиня, давай. Не, АФК стал. Спасибо за игру, пацаны. И твои маленькие яичишки сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего пистолета написано «муляж». А на боку моего пистолета «Desert Eagle» калибра 50. Ловить здесь тебе нечего. А вместе с твоими яйцами. А теперь съебали отсюда.